стеснительная и очень добрая Дарья начала рисовать, чтобы побороть свои страхи и неуверенность. Причем в садике не любила уроки рисования. Боялась, что рисунок получится не идеальный. Раскрыть талант девочки смогли в изо-студии. Да так раскрыть, что теперь без красок и кисти она не представляет ни дня своей жизни. Любит мандарины, кататься на лыжах и, конечно, лето. Его Даша и нарисовала на своем конкурсном рисунке.